Всем привет, друзья! Вот сейчас будем ужинать. Показываю, какой у нас сегодня ужин. Картошечка, курочка в духовке запекла и салатик сейчас положу. Были в магазине, купила лимон, что так захотелось чая с лимоном. Уже пила его. Так, значит, а мы потихоньку собираемся. Завтра ночью мы уезжаем. Уезжаем отдыхать. У Дани каникулы. И мы решили не терять время, а поехать проветриться, отдохнуть. Я говорила, что Даня учится не по четвертям, и каникулы у него как раз выпадают в феврале, потом в апреле. Ну, в общем, там каждый раз сдвигается, но суть в том, что не так, как по четвертям. Последний раз были в феврале, где его день рождения приблизительно. И вот 5 недель прошло, и опять каникулы. Стираю здесь у меня стирка. Салатик у нас маслом заправлен, так что майонез не буду туда добавлять, ничего. Все, картошечки чуть-чуть, в основном детям, а так курочка и салатик. Куда поедем, скажу завтра. Когда мы поедем, собираемся выезжать в ночь. Ну, получается, послезавтра, но ночью уже. В общем, завтра целый день будем собираться, отдыхать и в ночь выйдем. Сережа здесь собрал себе кое-какие вещи. Я пока нет. Я, кстати, монтирую видео, чтобы выпустить его перед тем, как мы уедем. Сегодня купила перекрестки такой кисель, малина. Хочу попробовать, как он вкусный. Нет. Ну и вот здесь уже постирала кое-какие вещи. Вернее, последние вещи, так-то все остальное у нас есть. И тоже скоро буду собирать чемодан. В общем, потихоньку собираемся. Смотрю, что там. Какие крема, не крема брать, лекарства. Потихоньку собираемся. Ну что, друзья, следующий день у нас. Собираюсь. Так вот у меня тут все лежит. Сейчас все будем упаковывать. Уже вечер тут. Сережа упаковывает технику. В общем, как всегда. Будем брать всю колонку. Все будем брать с собой. Потихонечку. Времени у нас 8 часов. Уезжать нам, наверное, в 3-4 ночи. Вот так где-то. Я еще схожу в душ, в общем. Но, в принципе, надо сейчас собраться основное. Не знаю, может, даже потом подремлем чуть-чуть перед отъездом. Уж, ну, я-то в машине посплю. Сережа, может, подремлет. Он уже чуть сегодня дремал, работу ходил. Так, надо посмотреть. Так, это я беру точно. Смотрю, чтобы брать и немного, и немало. Вот так вот. Ну что, друзья, волнительный момент. Все мы сложили. Вот ваш большой чемоданчик. Давай, Сереж, закрывай. А то аккуратней, ты аккуратней. Видите, какой у нас? Так, чтобы не застрял. Видите, какой у нас объемный. Все туда влезает. Ну-ка, дай-ка покажу. А? Класс, класс. Меня не сымай. Все. Так, вот уже часть подготовили. И вон чемодан стоит. Ой, что это валяется у нас? Вешалку сейчас подниму. Друзья, Сережа погулял с Ричем, и все, выносим. Мы еще не выезжаем, но уже выносим часть вещей. Чемодан пошел первый. Ты там поставлю в мусорки его, хорошо? Издеваешься? Там бриллианты. Ладно. Угу. Кому-то повезет. Ну, давай, давай. Так, я помылась. Так, сушу волосы. В общем, готовимся. Времени у нас без 15:12. И сейчас, может, чуть-чуть приляжем на пару часиков и в дорогу.
друзья. В общем, мы собрались вроде более-менее. Сколько времени, Сереж? Ткни мне сюда. Час ночи. Может ткнуть на часы, пожалуйста, мне? Я получше ткни, ну, господи. Блин, часа, пожалуйста, мои. Не могу вставать. Сейчас покажу. Вот, времени без 3 минут 1 час. Вот, смотрим свой ролик досматриваем. Видео я сегодня выпустила, на завтра тоже. Вот видите, вот этот, ну, завтра уже выпущу, тогда, когда приедем. Все, лежим в кровати и сейчас чуть-чуть подремем. Поддремлем и в 3, да, где-то в 3? Может быть. В 3, в 4, не знаю. Что-то Сбербанк завис у меня. Будем выезжать. Так что вот так мы собрались. Сережа чемодан спустил. Ну, а сумки всякие будем спускать. Господи, что у меня там пишется? Какое-то селфи у гробов. Что это такое вообще? Смотрим наше видео. Вот. Наше видео. Не надо нам никаких страшилок. Правильно? Правильно. Скажи, что какое сегодня у нас число. Вот видите, это вот Маша, когда показывала свой подарок. Сегодня у нас, извините... О! Без 1 минуты 1 час. Вот мы сейчас досмотрим наше видео. Это Маша там вещает про подарок свой. Видео я сегодня, значит, вам выставила. Вчера смонтировала 2 видео. Одно выставила, второе приедем завтра. Когда? На место выставлю. В общем, видео будут выходить каждый день, можно сказать. Дальше не знаю, как там будет, как получится. И, в общем, сейчас мы отдохнем, полежим. И часа в 3 или в 4, Сереж? Я не знаю. В общем, в 3, в 4 поедем. Сережа чемодан уже спустил. И получается, что нам останется только сумки взять. Все такое по мелочи. Так, в общем, это Машунька. Сейчас досматриваем и чуть-чуть подремлем. В общем, до встречи, друзья. До встречи в машине, как поедем, в дороге. Все. На сегодня наши сборы окончены. Только надо будет как бы, ну, там по мелочи что-то такое. В принципе, все мы собрали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня еще есть Дзен-канал. Не теряйте нас. Всем пока. Друзья, 3 часа 13 минут. Мы встали. Сейчас вот буду заправлять постель. Заберу вот этот морсик. Эта кошка играется в игрушку. Все. В общем, собираю последние пожитки. Вот. Сейчас положу зарядку сюда. Подушку с собой беру, потому что я не могу спать на неудобной подушке. Это у меня такая ортопедическая. И, в общем, если подушка будет неудобная, я буду на ней спать в любом случае. Сережа в рюкзак там что-то тоже собирает. Камера наша. Все, наушники надо не забыть. Наушники. Кладу сюда. Так. Последние штрихи. Заправляю. Кровать. Валя, все. Постель заправила. Здесь бегемотик с хлебушком. Замечательно. А тут Маша будет лежать, так что так просто ничего. Заправила, заправила. Так не натягиваю, шибко ничего. Ну как будет спать? Перед телевизором тут, может, она валяться будет днем. Спать-то у нее своя кровать есть. Забираю пульт для кондиционера, оставляю. Так. Пакетик пригодился от Золы. Спасибо.
Наушники мои не помнутся. Что там, больше ничего не стоит? Что? Там дачи вещи. А, ну вот я беру. Берется, берется. Сколько сейчас время? 3:40. 3:40. Ну, я так подумала, пока соберемся, то все в 4. Плюс-минус выйдем. Так, я сейчас надела и кофту, и куртку, но... В машине не знаю, сейчас, может, кофту сниму или, наоборот, куртку сниму. Сейчас посмотрим, как там будет. На улице вообще похолодало, да, Сереж? Сколько сейчас? -2. Минус 2? Да. Минус 2, представляете? А было плюс 22. Плюс 18, плюс 16. Минус 2. В куртке у меня карман сейчас оттопыренный. Почему? Тут камера. Тут тоже. Так. Кто там собрался? Все собрались. И кошка, и Рич. Да, Рич, отойди. Так, дверь закрыли, чтобы не возвращаться. Все. А у нас дверь всегда закрывается, поэтому нет смысла вспоминать. Все, садимся. Да, у нас есть. Садимся на дорожку. Присаживаемся. Сесть на угу. Это конечно. Ты не сможешь? Садись, сесть. А вон на белую можно сесть. На белую садитесь кто-нибудь. Давай я придержу. Я возьму, конечно, вот этот пакет, еще что-нибудь. У меня две руки есть. А бутылку возьмешь? Возьму, может. Все, сидим. Все, ладно, я попрощаюсь. Мы посидим и уже включусь в машине. В общем, все. Всем пока. В машине расскажу, куда едем.